на рояле. Это я, наверное, делаю хорошо, раз я здесь. Я помню старый еврейский анекдот. Как попасть в Карнеги Холл? А бабушка отвечает, работать надо. Ну вот, поработаю, может быть, и сам попаду, буду там выступать. Я могу говорить на английском, у меня широкий запас. Ну и начал недавно учить немецкий, уже как-то второй год учу. Поэтому я могу как-то, ну, в какой-то неловкой ситуации, мы, допустим, приехали, скажем, там, не знаю, в Соединенное Королевство или еще куда, и там вот я могу как-то чем-то помочь. Один раз посмотрел фильм «Звездные войны», мне папа его показал. Мне было года 2 или 3, я не помню конкретно. Я посмотрела, я в него сразу влюбился. Мы же смотрели в интернете, там всякие игрушки разные были. Так и началось. У меня сейчас уже коллекция растет. Вот там очень много фракций, разных армий. И со мной, мне кажется, приятно как-то говорить. Я всегда очень разговорчивая.